твою мать, прилет! Камикадзе. Смотри, не было второго беспилота. Медленно шел. Удалось подбить беспилотник, он упал и достиг нужной цели. Ну, в общем, сегодня день прожит уже не зря. Почти, блядь. Беспилотник, Андрей! Витя, гуманитарку выгружаем. Иди сюда. Таня, уходи с машины. Таня, с машины уходи. Вон он пошел, вон он. Где? Падает, вон. Падает, мать твою, падает. Вон, да, да. Падает. А его сбили, наверное. Нет. Упал. Упал. Ребята, давайте быстрее заносите и все. Уходи, уходите. Рассоситесь, рассоситесь, Саша. Саша, рассоситесь нахуй. Так, друзья, и живем. В общем, вообще голову нельзя опускать, потому что летают беспилотники. Здесь люди, кого здесь собирать сейчас, это просто ужас. Сбросили буквально 300 метров от нас, потом еще дальше 500 метров прилетел камикадзе. Это просто жесть, а тут живут люди мирные. По ком они сбрасывают, хрен его знает. Как он прилетает, работает несколько расчетов. Полетел уже каменную, пролетел. Ну это ж крыло разведку сделало. И теперь пошли камикадзе. На 12. Кассеты. Кассеты. Блин, это на 12. Там же раздают людям помощь. Ну что самое главное на линии фронта, ага? Ну что самое главное, думать головой и прислушиваться ко всему. Смотреть в небо, слушать все внимательно. Просто так не выходить на улицу. И если понимаешь, откуда идут обстрелы, естественно, ты должен во время обстрела никуда не бежать, а упал на месте, вот ты прилег и все. Если ты попал под обстрел, ты уже никуда не убежишь. Обожди этот обстрел лежа на земле. Это раз. А второй, если человек, не зная местности, пришел сюда, вообще лучше не ехать. Если человек не ориентируется в местности и вообще, как проходит линия фронта, откуда идут обстрелы, лучше сюда тогда не ехать.